Сегодня новый прекрасный день. Кто-то пришел с работы, кто-то идет на работу. А я развез своих студентов по школам и колледжам. И вот возвращаюсь домой. Возвращаюсь к своим делам. К ютубным проектам. Ко всяким приложениям, ко всяким браузерам. Где-то какие-то там что-то делаю, записи, посты. Вот, в общем, решил я вчера писать нашу историю. Зачем? Некоторые спросят. Да просто за тем, чтобы она была, как говорится, на бумаге. Ну а уж коль мы на бумаге сейчас не пишем, а делаем все это в электронном виде, она будет лежать на сайте. Ее смогут почитать те, кому интересно, кто живет и дышит Америкой, кто мечтает уехать, кто играет в лотерею Green Card, кто хочет еще какими-то другими способами попасть в Америку, чтобы покорять ее, чтобы устроить свою, начать новую жизнь, чтобы добиться чего-то в жизни, а не просто сидеть на попе. Вот, и в общем, когда-то давно, когда мы решили сыграть в Green Card, мы пришли на этот сайт после знакомства с одним человеком. Начали читать истории тех, кто уехал, тех, кто собирается уехать. Таких же, как и мы, кто играл в тот год первый раз. А подавали мы заявку в 2012 году. Вот. И еще тогда я подумал, что да, надо будет описать свои похождения, так сказать, все свои тревоги, все свои радости, как мы к этому шли, как нам повезло, как мы попали в эту струю, как мы выиграли. Или вернее, ну выигрышем это даже как-то и назвать сложно, потому что это не выигрыш, это рандомный выбор компьютера твоей анкеты из тысяч анкет по всему миру. Вот. То есть рассказать про все наши переживания, потом переехать, начать делиться опытом. И, в общем, вот так складывается все и получается, что этот канал мы решили завести, потому что спустя 4 года по приезду мы начали смотреть на ютубе каналы ребят и семей, которые хотят приехать, которые приехали, которые показывают свою жизнь, которые мечтают об этой жизни. Вот, и мне понравился один паренек, я смотрю его канал, кому-то он нравится, кому-то не нравится, я сам ему писал посты, в которых разоблачал его в том, что где-то он что-то или сначала говорит одно, а через пару блогов говорит другое, но он мне понравился, он настолько в полном смысле слова добродушный, открытый, веселый, позитивный. Его просто приятно смотреть вот так иногда. Ну как иногда, это уже как традиция, это уже я не сажусь пить кофе без него. Я пью кофе вместе с ним, и когда приходит новый день, пора выпить чашечку кофе, я включаю телевизор, а у него нет нового влога, я прямо расстраиваюсь, ну как же так? Вот, и в общем-то, забегая вперед, получается, что я принял решение вместе со своей женой, со своими детьми, что мы будем показывать нашу жизнь на ютубе. Мы смотрели много каналов, но только вот глядя на него, мне почему-то захотелось делиться своими историями. И я вернулся после этого к тому, что когда-то я мечтал и думал написать нашу историю на сайте Green Card Pie, обсуждать это с единомышленниками, переписываться с ними. Вот. И потом это все было похерено, по-русски говоря, потому что
Ну, честно говоря, по приезду не так много времени было, чтобы все это писать и рассказывать, потому что, ну, вы сами понимаете, новая страна, новая жизнь, новая работа, школа, все это... Это все отнимает время, и иногда, когда приходишь вечером с работы, то, честно говоря, не до того, чтобы садиться и писать посты. Вот. А так как я, если что-то делаю, люблю делать это в полном объеме, мне казалось, что это будет занимать много времени, потому что, ну, написать большой пост, написать его красиво, написать его правильно, написать его, ну, нормально, изложить свои мысли. Это все занимает время, и поэтому как-то я все это откладывал и отложил до того, что просто решил это не делать. Но сейчас жизнь меняется, прошло 4 года, у нас очень много изменений, мы много чего изменили в своей жизни, мы много чего пересмотрели в своей жизни, и в общем... Начав этот YouTube-канал, я вспомнил, а почему бы нам не вернуться к прекрасному сайту Green Card Buy, с которого все начиналось. Ну, начиналось все со знакомства с парнем, которого зовут Алексей, и потом я быстренько перешел на этот сайт. Алексей был отправной точкой, а Green Card Buy был базой, был кладезем советов. Кладезем информации, информации полезной, информации бесполезной. Очень много было там за и против. В общем, читая чужие истории, очень много узнаешь, очень много понимаешь, очень многого начинаешь бояться, и поэтому многие люди соскакивают, многие выигрывают и не едут, многие сомневаются и не играют. Но мы были настроены решительно. И поэтому, как я вам сказал в начале этого видео, я решил вернуться к этому прекрасному сайту, к прекрасным людям, к организаторам этого сайта, к организаторам этой компании, которая работает в Беларуси и помогает многим играть, уехать, поддерживает. И решил потихонечку писать. Ссылочка на этот сайт будет под видео, ссылочка на профиль будет под видео, поэтому кому интересно, заходите, читайте. Кроме нашей истории, там очень много историй, как я вам сказал. В общем, что рассказывают, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Поэтому вы смотрите мой канал, поэтому вы и слушаете меня. Поэтому заинтересовавшиеся пойдут и найдут для себя очень много интересного. Вот. И это было такое кратенькое видео, которым я с вами решил поделиться. Поделиться своими эмоциями, поделиться своими планами. Я рад, что вы возвращаетесь на наш канал. Я рад, что вы задаете мне вопросы, пишите в личку, пишите на почту. Я стараюсь отвечать всем просто, ну, если кому-то опаздываю немножко, простите, но, честно говоря, сами понимаете, не всегда есть время. Вот, поэтому ставьте лайк. Я думаю, что мы его заслуживаем. Если кто-то думает не так, не согласен со мной и с большинством, no problem, вы можете поставить дизлайк. Но нравимся мы вам или нет, чтобы увидеть наше следующее видео, вы должны подписаться на канал и поставить колокольчик. И тогда в следующий раз, как только мы в эфире, как только вышло новое видео, вы это видите и сразу бежите куда? Правильно, вы бежите на YouTube. Потому что YouTube сегодня это все. YouTube сегодня это телевизор. YouTube сегодня это... Это телевизор, через который можно узнать все, через который можно путешествовать, через который можно знакомиться, через который можно изучать язык, изучать науку, учить детей, показывать мультики, смотреть в гостях у сказки, кто знает, тот поймет,
смотреть кино, снимать кино. В общем, YouTube — это все. Я рад, что мы с вами можем встретиться здесь. Если кто-то захочет, мы можем встретиться с вами в Америке, в Калифорнии. Поэтому, ребята, лайк, колокольчик. До встречи. Вы на канале It's My Life. Увидимся. Bye.